спецназ военно-морских сил Греции, входящих в НАТО, демонстративно высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Согласно опубликованным данным, греческий корабль преследовал «Адлер», после чего на его борт для проверки высадились подразделения спецназа ВМС Греции. Военные предположили, что на судне может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию. В свою очередь, экипаж «Адлера» согласился на проверку судна. Отмечается, что военным не удалось найти ничего запрещенного или подозрительного. В связи с этим инцидент можно считать исчерпанным. Миссия Евросоюза в Твиттер назвала этот эпизод дружественной проверкой судна в рамках операции «Ирине», цель которой – пресечь незаконные поставки вооружения в Ливию. В конце декабря 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе сообщил, что антироссийская направленность мероприятий подготовки войск НАТО и провокационная деятельность Альянса у российских границ усилилась. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!